Следующая контрольная точка – это так называемая первая речка. Оказалось, что сейчас воды мало, поэтому спокойно, вообще-то она вот этот настил закрывает. Но проехать можно спокойно, хорошо. Впереди третья речка. Самое интересное начинается здесь. Так, вот сюда, если кто сунется, то не выйдет. Это нужно вот здесь вот как-то. Третья речка. Следующая контрольная точка. По левой руке копий Адуя дальнего. Адуй дальний. Интересное место, но я здесь не копался. Вот, кто-то навыкидывал. В валах ребята копаются. Пигматит. Берил хотят найти. Кварчик, кварчик, кварчик. Вон туда.
далековато сработано. Вот кварцевое ядро. Вот кварчик идет. Жили. Вот он. Вот он идет, идет вниз. По нему и работали. Там раз, занорыш. Все, дело сделано. Ну ладно. Дальше поедем. Следой все. Усыпано. Вот кварец, кварцевое ядрышко. Вот по нему, значит, и шли вниз. На одной не ошибетесь. Бери больше, кидай дальше. Все. Вот этот образец вымою. Что-то интересное тут. На гранат смахивает. Моем, хоть посмотрим, что это такое. Вот кварц. Ясно, это альбит, похоже. Пигматит, а вот здесь вот на гранат что-то смахивает. Возьмем домой. А здесь вот часть кристалла. Возможно, дымчак. Это выбросим. Тоже кварчик. Такой мутноватый. Ничего интересного. Отсыпка хорошая. Вон какие листы. Так. Ставим ее. Кварец. Выбросим. Тоже кварчик, ничего хорошего. Ух, какая вода холодная уже. Пигматит. Так, неинтересно. Тоже кварчик такой светленький. Вкрапление гранаты, что ли? Ладно. В очках дома со щеточкой. Вот видите, какой пигматит.
так оно и есть. Сколько раз я уже говорил, около Адуя Дальнего попадает что-нибудь. Вот часть какого-то кристалла. Так, интересно. Сейчас мы его оттуда достанем. Может, еще что-то рядом. Знал ведь, что попадает что-то. Нет, чтобы пройти, посмотреть. Несколько лет назад также находили. Горный хрусталь, галечка, кристалл окатанный, земля-то шевелится. Ну-ка, давайте еще тут внимательнее. Уже листва здесь засыпала. Это кварц непрозрачный. Да, хорошего помаленьку. Пошел посмотреть. Рядом с Адуем Дальним. Может, какие камушки есть. Камеру не взял. Пришлось вернуться. Вот около лужи. Да где же он? Сейчас там не вижу. А, вон. Вот. Тоже горный хрусталь. Горный хрусталь. Один бочок торчит у него. И все. Вот так же, как этот. Ну все, камеру взял, значит, ничего не будет. Хорошо, помаленьку. Ну, вот еще в этой луже посмотрю. И все, дальше поеду. Кварц. У него сколько. Вот все простой такой. Жильный. Ой, глубоко становится. Ну, тоже чуть-чуть окатыш. Thank you.
брызгается. Пигматит. Пигматит. Ну, это же кусочек горного хрусталя. Эх, очки не одел опять. Ну это горный хрусталь вроде в дымчак переходит. Пигматит. Что еще? Ну ладно, около этой лужицы посмотрим. Ну тут что-то никаких намеков нет даже. Ладно. Хорошего помаленьку.